А сейчас впечатлительных зрителей и детей просим отойти от экранов. В Троя-парке бродячие собаки растерзали животных из контактного зоопарка. Как рассказала местная жительница, ночью ее разбудил лай и женские крики. Она выбежала в парк, там стая собак напала на кролика. На моих глазах растерзали кролика, утащили в лес. Ну, как потом оказалось, что он был последним из живых. Я когда... Они... Кролика утащили, убежали в лес, я зашла на территорию зоопарка и увидела, что все мертвы, все, кто был. А кто там был? Там было много кроликов, были пустые клетки, там, наверное, были хомячки, может быть, какие-то морские свинки, мелкие животные. То есть они были пустые, перевернутые, все кролики были мертвые. По словам красноярки, происходящее видела охранник парка, но приближаться к стае побоялся. После ЧП контактный зоопарк не работает, территория огорожена сигнальной лентой. Представитель Трои по телефону рассказала только то, что площадку для животных они сдают в аренду. Ничего больше прокомментировать сотрудница не смогла. Как отметила сама, из-за подготовки ко Дню защиты детей сейчас полиция проводит проверку.